Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Великая компания. Я реально прихерел. Они меня всунули, не разобравшись, кто я есть. Но я уверен, что они разберутся. Мне кажется, он сам в шоке. Я могу ошибаться. Когда все это началось, я сразу понял, что будет плохо. Сомнительно, но окей. Я проснулся утром. Если честно, я день первый ничего не понимал. Я как бы не понимал весь масштаб этого. Я думал, это просто что-то какая-то там, ну, знаешь. Я не очень понял контекст. Что-то был занят еще в этот день. Ну, да, конечно, мы знаем. Конечно, ну мы же знаем. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. Как бы потому что я не мог в это поверить. Вот что мне сейчас с собой сделать? Мне 34 года нашей дружбы. Куда деть? Мне сказать, иди. Я делал то, что я мог делать. Но я ссыкло или я не ссыкло? Это, конечно, печально. Это печально. Это было не просто смело, это было пи***ц как смело. Хочется умереть достойно, и чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. Да, мне было страшно, но я это сделал. Дай им Бог здоровья, спасибо за то, что они меня спасали. Если бы не они, я бы, конечно, не выжил. Круто! Это же круто! Жалел ли я? Ну, жалел, слушай, что жалел. Объяснил. Надеюсь.